Загарбники грабують і нищать усе на своєму шляху. Забирають автомобілі з розбитих салонів, прикраси з ювелірних магазинів і навіть переплавляють мідь із підірваних машин. Ще одним доказом мародерства стала чергова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ в Черкаській області. Рашист щиро радіє награбованому, товариш заздрить, але підкреслює, той привезе крадене добро додому, лише якщо виживе. Вообще, как нападаете, типа, или что, или просто в окопах, типа, если нападают, атакуете, или как? Мы в окопах живем вообще все время, но. А так хуярят. По нам пехота шла, там рядом, нахуй. И вот так вот мы в итоге вдвоем убегали, отстреливались. Вообще пизда. Пятиэтажку бы захватили бы, да там бы жили. Ну мы шли, вообще все, нахуй, захватывали, все крушили, ебать. Автосалоны все пустые, нахуй, все тачки попиздили. Прикинь, целые, нахуй. Какой-нибудь Порш себе оставил бы. Там Лексусы, короче, Лексусы пиздили на украинских номерах. А что там, кого-нибудь, я не знаю, хлопнуть, говорю, кого-нибудь, золото, там, деньги что-нибудь украсть? Блядь, вот мы ездили, нахуй, вообще, все, блядь, ювелирки, нахуй, вся хуйня, ебать. Машины взорваны, нахуй, медь собирали, ебать. Там 50, ебать, собрали. Рода всякие, ебать. А больше уж это все, наверное, заберете, если вы живете. Ебать, мне столько снов снится. Будто я, короче, ну, убиваю самого себя, нахуй, и дичаю от этого, короче. Понятно, уже это на психику влияет. Пиздец, как. Я не знаю, что смотаться, вообще никак не вариант, что ли, оттуда. Не, ну, через ранение у нас были такие мысли, нахуй. Но там, ебать, хуй знает, вдруг не туда попадет.